давно здесь не выходил в прямые эфиры, решил выйти в прямой эфир. Так, давайте проверим, как меня слышно, как меня видно. Я тут петличку поставил, чтобы меня было лучше слышно. Поставьте плюсики, если меня нормально слышно. Всем коронавирусный привет. Всем, кто сидит на карантине, всем, кто дома сейчас. Я думаю, что таких уже большинство. Итак, сегодняшняя тема эфира, почему курсы по обучению, которые ты покупаешь, которые там где-то скачиваешь, в основном вы скачиваете курсы, почему они не работают. На самом деле я как бы, как сказать, ну сам тоже долгое время там был сторонник того, что чем больше ты изучаешь каких-то курсов, там, скачиваешь, там, информацию поглощаешь, тем больше ты там, можешь зарабатывать, да, но на самом деле нету этой прямой параллели. И сегодня я буду объяснять почему. Мое объяснение будет состоять из нескольких блоков. Первый блок это объяснение с точки зрения психологии, почему это не работает и что нужно с этим делать. Второй блок с точки зрения применения знаний. И третий блок с точки зрения проблема с коммуникацией с людьми, с другими, ну то есть с клиентами, да, там или там вот, грубо говоря, там э, отношение к этим знаниям, да. Итак, начнем э, с первого блока психология, да. Почему э, то, что ты изучаешь на курсах, там э, онлайн курсы скачиваешь там где-то, э, я сейчас говорю именно про групповые курсы, да. Почему это не работает? Э, смотрите, значит, есть три типа э, искажений входящей информации да то есть давайте представим что предположим вы пришли на курс с запросом как зарабатывать больше денег да там либо не знаю как научиться настраивать таргетированную рекламу там либо куда инвестировать деньги вот сейчас я подвину чтобы было видно вот соответственно у вас есть запрос вот есть так чтобы было видно вот знания да знания которые вам даются вот ваш мозг, да, вот мозг, так вот нарисуем, так, сейчас немножко подвину, вот так, надеюсь не упадет, вот, соответственно, вот знания, вот ваш мозг, то есть у вас запрос, там, не знаю, там, как что-то делать, да, там, как, как, вот, казалось бы, да, все просто, то есть вы так, а у меня, видимо, камера зеркалит. Ну, прошу прощения, да не буду ничего писать. Либо вы слушаете меня внимательно, потому что здесь от идет камера. Итак, вы с каким-то запросом пришли, да, вам объясняют, как что-то делать. Предположим, как зарабатывать больше денег на маркетинге, там, не знаю, как, там, куда инвестировать деньги, как настраивать таргетированную рекламу. Что происходит, когда вам дают эти знания? У вас происходит три типа искажения входящей информации. Почему? Потому что э, все мы разные. У всех у нас есть свой социальный опыт, э, какие-то ситуации, да, которые происходили с вами в жизни, определенное отношение к вещам, к окружающему миру, к себе, какие-то определенные комплексы, затыки, заебы, там, да, у кого куча всего, да? А все это можно разделить на три типа искажений. Значит, первый тип искажения связан с психологией. Психология. А второй тип искажения связан с социумом, социальный тип искажения. И третий тип, так вот, тут не видно, я повыше буду писать. Значит, еще раз. Первый тип связан с психологией. Второй тип связан с, с социальной какой-то искажаемостью. И третий тип с, физической, с физическим искажением. Значит, первый ⁇ психология. А самый распространенный тип искажения входящей информации. Да? Он делится тоже на три типа. На обобщение, на частичное восприятие информации и тоже на искажение. Значит, что такое обобщение? Предположим, в детстве вы упали со стула да, и сломали себе ногу. И из этого частного случая вы делаете правило, то, что если вы будете садиться на стул, то вы обязательно сломаете себе ногу. То есть вы не садитесь больше на стул это обобщение. То есть, когда вы из одного частного случая делаете какое-то общее правило. Как это можно описать в, в обучении, да, в процессе обучения? Предположим, лектор, спикер, коуч вам что-то объясняет, да, там, дает вам какую-то пошаговую инструкцию, да, типа, не знаю, как, как заработать 100 тысяч рублей в месяц. Нужно сделать то-то, то-то, то-то. И один из пунктов вас смущает, вы говорите, нет, это ни хера не работает, это все бредятина, вот у меня там, либо у друга, вот была вот такая ситуация, какая-то, да, это не работает, короче. Вот. Вот. Один из типов искажения. Значит, дальше. Э -э Искажение, да, тоже так называется, да, там, соответственно, информация. Это когда вы входящую информацию как-то видоизменяете. Пример. Э -э -э Предположим, вы в ссоре со своей девушкой, да, там, либо с парнем, да, там, ну, кто меня смотрит, там, девушка, либо парень. Вы обижены на своего партнера, и, предположим, он к вам подходит с, ну, не знаю, там, с помощью, да, там, давай помогу тебе, там, с просьбой, там, типа, там, ну, точнее, с предложением, да, помочь, там, либо еще как-то. А вы его посылаете, да, при этом он вроде как, ну, с хорошим, с благим намерением к вам подходил, да, вы его посылаете, потому что вы думаете, что он это делает, без, ну, специально, да, то есть, как бы он специально хочет вас вывести из себя, специально хочет там, не знаю, там, воспользоваться вами. Ну, то есть вы как бы искажаете. То есть на самом деле то, что вы думаете, то, что происходит, оно не одно и то же. Но вы искажаете. Ну, либо там другой пример, да, скажем, вот коронавирус сейчас идет, да, и вас в такси подвозит, не знаю, какой-нибудь китаец, да, и он, не знаю, чухнул, да. У вас э, то, то, что он будет говорить в последующем, да, там, и то, как он будет себя вести, э, у вас будет полное искажение этой информации, потому что вы э, в силу того, что боитесь коронавируса, будете как бы всю входящую информацию от него искажать. Ну, я думаю, пример понятен. Дальше. Частичное восприятие информации. Это когда, э, предположим, там, в детстве над вами смеялись, что вы толстый, да, и каждый раз, когда вы входили в помещение, там, в детский садик, либо в школу, в класс, э, кто-то смеялся, у вас, как у собаки Павла, выработался рефлекс, что если смеются, смеются над вами. Вы повзрослели, и каждый раз, когда вы входите в помещение, там куча людей могут общаться на разные темы, но вы слышите именно то, когда люди смеются, потому что у вас на это рефлекс. То есть вы думаете, что когда люди смеются, они смеются над вами. Это частичное восприятие информации. Другой пример, скажем, э, вам не хватает секса в жизни, да, и каждый раз, когда вы будете о чем-то говорить, либо что-то слушать, вы будете говорить, как, э, как правило, об этом. Ну, есть такая поговорка, у кого что болит, тут о том и говорит. То же самое, у кого что болит, тут на том и сфокусирован, да, это частично восприятие информации. То есть, опять же, когда лектор, коуч вам что-то рассказывает, вы можете восприним воспринимать информацию не в полном объеме, а кусками, урывками, то, что вам удобно воспринимать, то, что состыковывается с вашей картиной мира сейчас да вот скажем вот у меня на менторстве э, есть девочка да там э, она пришла ко мне на консультацию мы там с ней поработали какие-то определенные вопросы я дал ей как бы ну, что нужно делать какую-то пошаговую инструкцию и через две недели она ко мне приходит, при этом я ей в конце консультации сказал, что ты ты это не будешь делать, то есть так как бы я тебе дал пошаговое, да, там как бы ты с этим согласишься, тебе будет хорошо в моменте, завтра тоже возможно будет хорошо после этого ты останешь, ты оставишь все как прежде, почему? А, потому что на ну, это психология людей а, легче а, как бы принять частичную информацию, с какой-то из этой части согласиться, какую-то отбросить и жить как прежде, потому что жить как прежде более понятно. То есть, как бы наш опыт он формируется таким образом, что происходит определенная ролевая модель поведения, да, как бы и когда нам советуют что-то извне поменять, да, там в своей ролевой модели в своем поведении, нам это впадло, потому что это приходится как бы напрягать мозг, создавать новые нейронные связи, в общем стараться там как-то работать над собой, ну всем это тяжело, поэтому что люди делают? они информацию воспринимают частично, то есть они как бы вот э, ну, как вот на этих полках, да, то есть они берут, э, расфасовывают книги, да, но при этом книги, которые не вмешаются в габариты их полки, они либо выбрасывают, э, ну либо вообще не воспринимают эти книги, даже не берут их себе. Вот так мы воспринимаем информацию. Вот это что касаемо психологического э, искажения. Дальше социальное искажение. Предположим, у нас есть какие-то определенные э, так сказать убеждения по поводу политики по поводу религии по поводу определенных групп людей там не знаю там э, ну то есть э, искажение связано социумом да пример э, там не знаю вы не доверяете евреям да то есть это социальный фильтр да то есть если вы будете работать с евреем либо там коуч будет евреем да то вы будете воспринимать его информацию через фильтр своего вот до социального недоверия да? либо я не доверяю бородатым людям все все бородатые люди они все мошенники да ну как пример да такое тоже бывает а это социальное да дальше физическое искажение информации это когда у вас есть какие-то определенные проблемы там за там со зрением со слухом такое тоже может быть как бы это глупо не звучало это тоже влияет на получение информации. Скажем, пример, да, там у вас может болеть спина в то время как вам что-то говорят. И э, понятное дело, что ваш, э, ваша осознанность она будет направлена, ваш акцент внимания будет направлен не на то, что вам говорят, а на вашу спину. Потому что она вас болит, как бы и вы не можете воспринимать слова человека всерьез, ну, в, в полной мере, как бы в полном объеме. Вот представьте себе, сколько, э, насколько мы искажаем информацию, которая к нам поступает. Да? То есть мы разобрались сейчас с тремя типами этого искажения. А, значит, как происходит? Что, что, что происходит, да? Вот это я объяснил. Значит, что происходит? Вот э, нам объясняют, как зарабатывать там, не знаю, 100 тысяч рублей в месяц, предположим, либо не знаю, да, как настраивать таргетированную рекламу, как что-то делать, неважно, какой, с каким запросом вы пришли там на обучение. Вспоминаем, что у нас есть типа искажения. Кто изучал э, физику, там, помните, у вас там был курс по оптике, да, то есть э, как преломляется луч через линзу. То есть, вот, если поставить линзу, вот идет луч, да, там, и линза, она его преломляет. То есть, как бы она идет как бы вот, луч, проходящий через линзу, он как-то искажается идет идет под каким-то углом. Да? Там, альфа, бета, неважно. Соответственно, также происходит и с информацией, которая поступает в ваш мозг, э, исходя из вашего искажения. То есть получается, вот э, она как бы идет в ваш мозг. У Ваш, вашем мозгу есть несколько этих линз, да, там их может быть там не знаю две, три, неважно, там все равно идет искажение. То есть, э, скажем, социальная линза, э, линза вашего там опыта жизненного, да, там э, ролевых установок ваших родителей, это тоже очень влияет, да, там тоже об этом сегодня поговорю. Ну, и, соответственно, психологическое обобщение, искажение, частичное восприятие информации, то есть, соответственно, что происходит. Вот, как она должна была поступить в ваш мозг, информация, да. Сейчас немножко тоже вот так вот. Вот, но происходит что? Она преломляется раз, преломляется два, и поступает в ваш мозг вот вообще вот так, вот таким вот способом, да, то есть, как бы не, не прямо, а вот через жопу, да, как бы. Вот ответ на вопрос, почему, как бы, мы не можем обучаться в группе, да, то есть, почему групповая методика обучения она хреновая на самом деле. А дальше, что, почему это не работает, почему большинство курсов, опять же, которые вы там покупаете, изучаете, там скачиваете, они никак не влияют на вас, да? С искажением информации разобрались. Дальше с применением информации. Ну, предположим, что с горе пополам, да, там, не знаю, там, из 100% информации, которую вам там передали, вы там внедрили, ну, 15%, ну, 20-15% до вас дошло, вот, ну, как бы, по идее, этого должно хватить, что вы начали что-то делать. Но вы не делаете. Почему? Потому что мы еще сталкиваемся с таким понятием, как внутренние затыки, да, то есть э, 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 их дохрена, то есть вот у меня за последний месяц... Через меня там прошло порядка 15-20 человек на личную работу, личное менторство, да, то есть я просто понял, что в личной работе я более эффективен для людей, нежели когда там курсы. Я курсы тоже буду продолжать вести, мне это интересно, особенно психология, а психология именно в бизнесе, да, но а, давайте поделюсь как бы с тем, что происходит с людьми, да, когда они там не могут что-то реализовать в своей жизни. В том числе и я, потому что я это изучаю, потому что у меня у самого есть такие проблемы, да. И вообще, в принципе, мы когда что-то изучаем, нас это волнует. Итак, что же происходит, да? Предположим, ко мне пришел человек, да, там он хочет зарабатывать больше денег. Да? И а, когда мы начинаем с ним разбирать там, ну, вопросы, оказывается, что проблема не в том, что он знает, а в том, как он относится к своим знаниям, как он их применяет. И а, тут мы сталкиваемся со второй проблемой. Когда у вас вроде есть знания, то есть вы каким-то образом получили этот навык, эту информацию, о чем я говорил в первом пункте, но вы не знаете, как с ним работать, как с ним обращаться. Что здесь происходит? Да? Давайте теперь разберем второй момент, почему проблемы с применением тех знаний, которые у вас на курсе. Александр спрашивает, а зачем тогда у тебя пакет курса без поддержки от тебя? Ну, у меня не только есть пакет курса без поддержки, точнее пакет на курсе без поддержки от меня, у меня еще есть куча бонусов за копейки и бесплатная информация, которая никак не повлияет на вашу жизнь, ну, как бы, это часть воронки. Как бы, если ты занимаешься маркетингом, ты должен понимать, что чем больше касаний, тем больше доверия к моей персоне, и тем, соответственно, больше увеличивается конверсия в личную работу со мной. Итак, здесь получается такая ситуация. То есть вот есть, скажем, вы, есть клиент. Да? Сейчас я другой фломастер возьму. Вот есть вы, есть клиент. У вас с ним происходит какое-то взаимодействие. Да? Взаимодействие может происходить на трех уровнях. Есть, соответственно, уровень взрослый. взрослый. Это самое идеальное взаимодействие, да, которое может быть. Есть уровень ребенок, есть уровень родитель. Значит, что может происходить, когда вы не как взрослый с взрослым общаетесь, а как, предположим, ребенок с родителем, да, это часто встречаемая комбинация отношений между клиентом и заказчиком, точнее между исполнителем и заказчиком, да. Значит, что происходит? Вы нашли себе клиента, да, там вы продаете свои услуги и вы не уверены в себе, то есть вы не уверены в своей работе, вы не уверены в деньгах, которые вы запрашиваете, а все это идет из детства, да, то есть вам там мама, папа передали определенные ролевые модели, а неэффективные для вас во взрослой жизни, да, там вы чего-то боитесь, чего-то опасаетесь и ведете себя в большей части времени как ребенок, то есть вы бойкотируете свой там, успех, результат, вы топаете ножками, там, не знаю, там вы обижаетесь, вы, ну, в общем, капризничаете, вы ребенок, да. И вот вы начинаете работать с человеком, с каким-то, да, который вроде как должен вам заплатить деньги. Вот вопрос вам, а платят ли большие деньги детям? Нет, им только максимум дают на карманные расходы. А доверяют ли детям какие-то серьезные дела? Нет. Что делают с, людьми? с детьми? Детей отчитывают, детей ругают детям дают денежку на чупа-чупс, но никак не больше, да? Вот что происходит с вами, когда вам платят мало, либо вы работаете бесплатно за заказчиком, да? Вот почему это происходит? Не потому что вы что-то не знаете, а потому что вы неправильно себя позиционируете, да? Соответственно, вот какая может быть проблема, когда вот вы вроде бы получили знания, но вы не можете их применить, потому что в силу вот вот этих вот затыков, да, о которых я раз буду рассказывать и рассказываю там на там вот своем курсе, который у меня сейчас вот в ближайшее время стартует, кому интересно, можете плюсики там поставить, там, либо мне интересно написать в комментариях, я как только он выйдет, я вам скину ссылочку на него. Потому что на самом деле я не нашел ни одного курса, который бы объяснял именно эту проблему. То есть вас учат, как настраивать рекламу, как сделать автоворонки, как там продвигать Инстаграм, Куча курсов по СММ, по маркетингу. Ну, блядь, как работать с людьми, с заказчиками и не быть долбоебом и не получать за это копейки, никто не объясняет. Вот, а я это буду объяснять. Естественно, я решил, что э, так как я сам через это все прошел, так как я с 14 лет увлекаюсь психологией и там, не знаю, последние три года я объездил весь мир там, э, посещая тренинги Тони Робинс там, и других коучей там. с вами и которые в любом случае вам будут полезны. Поэтому, кому интересно, вот пишите в комментариях, обязательно вам скину ссылочку. Итак, значит, с взаимодействием ребенок-родитель мы разобрались. То есть, когда вы в состоянии ребенка, а ваш заказчик, ваш клиент в состоянии родителя. Бывает наоборот. Это тоже очень забавный, информат, забавный момент поведения, когда, скажем, заказчик э -э начинает капризничать. Да? То есть вы вроде все сделали, а он говорит, верни мне деньги, сделай мне скидку, там, доделай вот это, доделай вот то. И он начинает реально капризничать, топать ножками, как ребенок. Ну, то есть, знаете, типа, мама, мама, купи мне конфетку, да, вот так у себя вести. А вы, как родитель, который берет на себя всю ответственность за ребенка, которому жалко ребенка, да, вы начинаете, как герои, типа, там, купить ему конфету, собираетесь, а еще там его успокоить, утешить. Вы берете на себя функцию ребенка, ой, родителя, да, который успокаивает ребенка. Вот у кого такое было, поставьте цифру 10. Когда вот у вас заказчик реально как ребенок, то есть он там звонит днями, ночами, с утра, капризничает, вечно недоволен. А там, вот вы вроде ему говорите как бы нормальные вещи, а он их не воспринимает. Да? То есть он реально ведется как неадекватный ребенок. Вот такой тоже встречается. Соответственно, еще одна как бы не, как сказать, неэффективная связка между вами и заказчиком, да, то есть вот, вот такая вот получается, вот. Поэтому, если вы это видите в своей жизни, там, в своей рабочей жизни, то с этим как бы надо работать. Как? Нужно переводить ваши рабочие отношения в состояние взрослый взрослый, то есть убирать все эмоции об этом я буду говорить подробно там на курсе, опять же, но ну, вкратце расскажу. Убирать все эмоции и говорить по фактам. Да? То есть не э, скатываться в оправдание, не скатываться в нравоучение. Да? там э, если вы там, будете нравоучать, вы, естественно берете на себя функцию родителя, а клиент будет ребенком. И ребенку невозможно угодить. И ребенок всегда будет недоволен. Вот. Поэтому Взрослый, взрослый. То есть на вас начинают давить, манипулировать, вызывать у вас чувство вины, вы на это никак не реагируете, вы по фактам только говорите. Да? При этом задаете вопрос. Вы хотите сейчас со мной поругаться, либо найти общие точки соприкосновения и выход из сложившейся ситуации. Вот если такую фразу вы говорите, то человек понимает, что ну, как бы нет смысла ругаться, как бы нужно просто из этого конфликта как-то выйти. Ну, наилучшим образом. Вот, это как бы, ну, вкратце, да, как нужно делать. Дальше. Мы, соответственно, поговорили про психологическую проблему восприятия информации, про э, применение знаний, да, то есть э, про отношение к себе и к окружающему миру, да, там, когда вы, соответственно, будучи носителем информации, не умеете правильно себя продать, подать, да, там, на встрече с клиентом, при работе с клиентом. Последнее, что у нас остается, проблема какая, да, э, это, сейчас подумаю, как это назвать, Mm. Um, pum -pum. Ну давайте я я это назову uh, треугольником фокуса внимания, да, вот uh, я думаю, что это самое оптимальное, что может быть, да. Uh, вот треугольник, да. С чего начинается любое действие, да? Действие начинается с мысли, то есть мы о чем-то думаем, мысль, да, вот М мысль. Дальше у нас идет действие, действие, да, дальше идет рефлексия, то есть анализ, анализ этого действия, то есть что мы получили с этого, и дальше опять идет мысль, то есть вот что получается. А когда мы не получаем результат от наших действий, от обучения, что происходит? У нас прерывается где-то цепочка. А почему? Да, вот смотрите, предположим, вы подумали о том, что вам бы неплохо было бы больше зарабатывать, да. А вот вы об этом подумали, вы начинаете что-то делать, после действия вы анализируете то, что у вас получилось, дальше опять придумываете какой-то план, опять реализовываете, и вот так вот идет по кругу. Вроде все нормально, но а, на каком-то из этапов может произойти разрыв. А, пример, да, скажем, вы боитесь перейти от мысли к действиям. А, то есть, скажем вам мама сказала, либо папа, либо друзья, что предпринимательство это плохо, это опасно, на этом люди прогорают, за это могут посадить. Соответственно, вы об этом думаете, но боитесь приступить к действию. Либо вы много делаете, 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 но при этом вы ни, ни хрена не анализируете то, что вы делали. Дел, сделали, да? То есть у вас с, с деланием все нормально, но с анализом и с мыслями как бы херня какая-то. Да? Вот, соответственно, вот когда у вас где-то из этапов прерывается, да, то есть у вас проблема, то есть либо с мыслями, либо с действиями, либо с анализом, а как этого избежать, да, как, как вообще нужно делать? Во-первых, нужно разобраться с целью, да, то есть самое важное, самое первое, самое оптимальное – это цель, то есть зачем вам нужно зарабатывать 100 тысяч рублей, и опять же, с этим у людей гигантские проблемы, да, то есть, скажем, вот если брать, опять же, там, ребят, которые вот у меня лично занимаются, я, кстати, периодически выкладываю эти видеоотзывы, там, посмотрите, это реальные люди, можете с ними пообщаться, там, познакомиться, там, написать, там, как, как там тебе, там, обучение Макса, спросить, да, значит, что я вижу? У большинства людей стоят финансовые цели, вот у кого финансовые цели стоят, напишите цифру 12 сейчас в комментариях, там, вот, те, кто смотрит это видео сейчас, либо в записи, неважно. А, если вы себя узнали. Как бы я сторонник того, что финансовая цель, она не работает. Почему? Потому что а, финансовая цель а, ⁇ это инструмент. А, знаете, есть такая техника вечного вопроса ⁇ зачем? А, ⁇ Вот давайте так. Вот на примере человека, который ко мне приходил, занимался, да, там ну, личную работу, менторство у меня купил. Uh, у него всегда стояли финансовые цели. Uh, при этом, когда я у него спросил, откуда у тебя вот это вот uh, желание все время ставить финансовые цели, он говорит то, что ну вот я приходил на БМ, там на лайк, like, там везде там цели, финансы туда-сюда, как бы там заработан на iPhone, заработан на... на тачку. Я говорю, окей, хорошо, но uh, как ты думаешь, что произойдет после, когда ты заработаешь себе на iPhone либо заработаешь себе на тачку? Цель опять поменяется, что ли? Он говорит, ну да, у меня каждые 2-3 месяца новые цели туда-сюда, я такой заряженный. Я говорю, окей, а когда ты достигаешь этой цели, если ты ее достигаешь, что ты чувствуешь? Он говорит, ну в моменте я чувствую хорошо себя, а потом я чувствую опустошение. Вот кому это знакомо, напишите, там, типа, знакомо, да, или там плюсик поставьте. А почему так происходит? Потому что финансовые цели, они на самом деле нас не зажигают. Вот, если конкретно говорить про того человека, когда мы начали копать и там как бы пытаться разобраться в его действительно реальных целях, выяснилось, что вот эти его желания купить iPhone, там, не знаю, поехать на Бали, купить машину, там, подарки своей девушке, на самом деле это компенсация для своего внутреннего ребенка. То есть он не прожил до конца в состоянии ребенка в детстве, да, когда был маленьким. То есть он быстро повзрослел, он быстро перескочил этап взросления, ну, в смысле, к взрослению. То есть он не прожил нормально этап, когда был маленьким. Сейчас он компенсирует это за счет того, что маленький ребенок в нем все время требует к себе внимания и подарков. Да, типа купи мне это, купи мне то. То есть это как бы не его цели на самом деле, это получается компенсация его каких-то внутренних затыков, комплексов детских. Вот. Когда мы начали копать на самом деле его истинную цель, она вообще никак не связана с деньгами. То есть есть такое классное упражнение, которое опять же я на курсе делаю и с ребятами на менторе все тоже перерабатываю. Это мотивация от и мотивация к. То есть описать ситуации, в которых вы чувствуете себя плохо, да, и, и ситуации, в которых вы чувствуете себя хорошо. Потом выделить топ-5 с каждой стороны, посмотреть какие-то разногласия, то есть взаимоисключающие эмоции. Ну, предположим, если вы э, стремитесь к контролю и безопасности э, в мотивации к, а мотивации от вы, э, э, там скажем, бежите от... Э, непонимание там, и одиночество, да, там, то это взаимоисключающее, потому что если вы ищете отношений, э, то в них не может быть контроля. Да, то есть, как бы, если вы бежите от одиночества, то вам нужны отношения, но отношения не могут развиваться в контроле, и э, там, ну, то есть романтика умирает, когда вы ее контролируете. Ну, это как пример, да. Соответственно, это взаимоисключающие друг друга, как бы, ну, мотивации. Соответственно, именно поэтому у вас не получается. И когда мы проработали это упражнение с данным человеком, да, там, который ко мне пришел с этой вот для финансовой целью, выяснилось, что там вообще нету денег. То есть у него был, были эмоции, связанные с творчеством, самореализацией, э, мнением людей, там, помощи людям, да, там, с музыкой, да, там, ну, вообще там денег не было. При этом он ставит цель деньги. Я спрашиваю, нахера ты ставишь цель деньги, если это вообще никак не состыковывается с твоими принципами? На что он мне говорит, то, что, ну, блин, ну, как бы, надо же как-то ставить цели. Вот я поставил себе цель деньги, да, то есть я по-другому не умею. Вот именно поэтому он ее и не смог реализовать, потому что для него нет смысла ее реализовывать никакого. Второй вам пример, да, когда, скажем, вот, что увидели, я одно время там занимался продвижением э, мероприятий в Москве в бизнес-клубе «Пассионарий». И вот, и после этих, этих мероприятий там, я там выступал как спикер и как модератор. Да, то есть ко мне потом приходили на разборы. Вот, и один человек ко мне приходит на разбор и говорит, Макс, слушай, вот у меня типа был крутой период времени, когда я зарабатывал там 300-500 тысяч рублей. Все было круто, классно, а потом у меня резкая просадка прошла. Вот. И я спрашиваю: а когда ты зарабатывал 300-500 тысяч рублей, ты ради чего зарабатывал? Он говорит: ради семьи, ради квартиры. Я говорю: Окей, а сейчас, видимо, ты зарабатываешь на тачку, которая тебе нахер не нужна. Он говорит, да. Понимаете, то есть, когда мотивации реально нету, зарабатывать, вы не понимаете, зачем и почему, это не состыковывается с вашими внутренними принципами, то есть, скорее всего, у него а, принцип был семья. То есть на первом месте у него была семья. Именно поэтому ему было важно, чтобы семья жила в комфортных условиях и он зарабатывал на квартиру. Но когда он э, поставил цель машина, а машина как бы к семье никакого отношения не имеет, то есть семья может обойтись без машины, ему она тоже нахер не нужна, как бы, это просто где-то он услышал, что было бы круто купить себе новую машину, его мозг не понимает зачем. Да? То есть, опять же, вспоминаем: да, когда э, искажение информации, да, входящей в поток, да, там э, мозг всегда спрашивает: нахуя, как бы, да, то есть, зачем мне это делать? Соответственно, когда ваше сознание ваш мозг не понимает смысла, да, той цели, которую вы перед ним ставите, он ее и не делает, именно поэтому лень, то есть лень и апатия, она не потому, что у вас депрессия, да, либо вы там суицидник, нет, потому что вы просто не видите смысла в, в тех действиях, которые вам нужно делать, вспомните, я не знаю, там, когда а, вам вот супер охуеть, как что-то хочется сделать, у вас наполненность, у вас куча энергии, вы бежите, делаете, вы можете это делать даже ночью, но когда вам не хочется делать, вы этого не делаете, вы лежите и откладываете эти дела на потом. То есть, как бы там себе объясняете то, что я начну это делать с понедельника, я начну делать, если там что-то произойдет, там, либо если там, не знаю, там я похудею, потолстею, там, не знаю, там с 1 января. То есть вы откладываете это и при этом объясняете это себе каким-то образом, то есть какими-то внешними обстоятельствами, либо внутренними какими-то состояниями. Вот. Это как раз таки про то, что вы не видите смысла в этом действии. Потому что если вы хотели это делать, вы бы сделали это уже сегодня, уже сейчас, вообще не откладывая. Соответственно, вот, вот сколько проблем, да, там сколько моментов, с которыми вы сталкиваетесь, когда вы пытаетесь что-то изучить да, как нужно делать, да, то есть я не продаю свою личную работу, я не продаю свой курс, я с вами делюсь конкретной информацией, можете воспринимать, можете нет, но поверьте мне, это действительно так происходит, потому что, ну, я сам через это прошел, значит, как нужно, как нужно делать, чтобы это работало, да, при этом я также сам это делаю, когда мне что-то нужно, я лучше лично т -т 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 с человеком поработаю, либо беру курс, где есть обратная связь. Да, как бы, ну, перед тем, кто скачивает там, с курсы, там, с каких-то там файлообменников, как бы, у вас нихера хера не выходит не потому, что курс хреновый, да, там, либо спикер чмо и налил воду, да, потому что просто, опять же, вот, все полчаса, которые я вам сейчас объясняю, это ловушка восприятия информации просто. Итак, как нужно делать? Вот смотрите, есть, опять же, да, там возьмем групповую механику обучения. Есть спикер, да, Неважно, это живое мероприятие, это онлайн курс, вот он живой спикер, и вот его адепты, да, там его ученики, да. вот он им что-то объясняет. Соответственно, вспоминаем про искажение, про социальные фильтры, физические фильтры, психологические фильтры, установки, наши левые модели, комплексы, затыки, заебы, неправильная постановка целей, мотивация, там, вот это все, 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 все. В итоге, что получается? Одна и та же информация долетает разным способ, разным, в разном объеме и под разным углом этим людям. То есть, вроде бы, спикер об одном и том же говорит, но люди воспринимают это совершенно по-разному. Мало того, что они воспринимают это по-разному, так они еще и реализуют это по-разному. То есть понимаете, насколько отличается то, что человек хотел сказать, спикер, да, от того, что человек понял и то, как он это будет делать. Вот что получается. Кому-то дошла информация вот так, кому-то вот так, кому-то вот, блядь, вот так, кому-то вот так. После этого, как только они восприняли эту информацию через задницу, все абсолютно, да, они еще через задницу это все будут реализовывать. Как нужно, да? Вспоминаем, что мы все как бы индивидуальности, у нас есть свой опыт, свое восприятие, свои какие-то затыки, заебы, комплексы и так далее. Идеально, если когда есть спикер, вот спикер, да, вот есть вы, это называется техника отзеркаливания, техника подстройки, да, в НЛП, когда спикер пытается подстроиться под ваше восприятие, под поток, как вы понимаете там, ну, как бы внешний мир, людей, там, ну, грубо говоря, там, у вас гуманитарный склад ума или технический склад ума, да, там, вы больше мыслите цифрами, либо картинками, да, там, не знаю, вы аудиал, либо визуал, там, ну, то есть, понимаете, насколько разные люди по боди-дизайну, там, вообще этих 20, по типов, там, по, соционики 16 и как бы задача спикера задача коуча там человека который вам доносит информацию профессор не знаю, в университете если вы работаете тет, -а -тет, это понять как вам донести информацию так чтобы она у вас засела то есть на вашем языке объяснить то есть он проводит отзеркаливание подстройку под вас да? соответственно информация поступает к вам без искажения да, при этом, когда вы начинаете это реализовывать, он контролирует ваши шаги и вас корректирует. Это единственный вариант того, чтобы у вас что-то получилось. Именно поэтому да, э, сильные мира всего говорят, что нужно найти себе ментора, нужно э, платить за личную работу, да, там, нужно ходить на личные консультации. Именно поэтому. Потому что групповое обучение ни хера не работает, это бессмысленная дрочка для вас. Да, на каком-то этапе она вам поможет получить навык, именно профессиональный. Но а, через полгода, через год, кому как повезет, вы поймете, что а, то, что вы знаете, абсолютно не влияет на то, сколько вы зарабатываете. Да, как бы, ну, по поводу заработка и то, что, на что влияет заработок, я поговорю в следующем видео. Соответственно, вот о чем я сегодня хотел рассказать. Если вам было полезно, сделайте, пожалуйста, репост, прокомментируйте это видео. Не важно, где вы его увидели, там в YouTube, ВКонтакте, в Инстаграме, я везде выложу. Мне будет приятно обратная связь от вас. Напишите, насколько вам зашло, не зашло, какие мысли, на какие мысли вас натолкнуло это видео, на какое понимание вопроса. Может быть, у вас остались какие-то ваши вопросы, да, на которые могу ответить в комментариях. В общем, буду ждать обратной связи. Лайкайте, репостите, комментируйте, выкладывайте. Ну и если вам актуально разобраться в ваших каких-то затыках в голове, у вас есть проблемы с работой с, там, с клиентами, там, либо со средним чеком, смело напишите мне, разберемся. У меня таких, как вы, уже не один, не два, уже порядка 20 человек. Ну, если брать последний месяц, а так в общей сложности через меня прошло порядка 300 человек за последний год. Да? То есть людей, которые обучились у меня, результаты хорошие, там, скажем, есть даже ребята, которые у меня обучались здесь в эфире, да, там вижу некоторых, поэтому если не доверяете мне, просто можете посмотреть другие мои видео, там какие-то видео отзывы ребят, которые у меня обучались, вот. В общем, пишите, буду рад ответить в личном